Доброго времени суток, дорогие друзья. Передо мной вот такой рюкзак. Как вы уже заметили, он не такой уж и простой. Сегодня обзор посвящен именно данному рюкзаку. Здесь у нас написано WorldSkills Kazan 2019. Именно такие маленькие рюкзачки, но оно само по себе не маленькое, выдаются участникам по программе «Посетитель». И всем, наверное, интересно, что же находится внутри данного рюкзака. Он такой огромный, он полный. Вот он какой. Он полный. Можно его носить за спиной или просто на руках. Кто-то может сказать, что он похож как бы на мешок какой-то. Но для меня это рюкзак с эмблемой WorldSkills. И давайте приступим. А теперь попробуем открыть, что же находится внутри данного рюкзака. Первое, что мне попалось, это вода Бонаква. Вот такая вода, негазированная. Отложим. Дальше. И что это такое? Это у нас белая вот такая футболка с гербом Татарстана, размер XL, но мне подойдет. Здесь написано Республика Татарстан. Дальше достаем. С другой стороны, наверное, это набор, чтобы можно было самостоятельно сделать значок. Вот такой вот набор. И детали к нему. Складываем. Дальше что у нас? Дальше. Пакете. Это, наверное, у нас дождевик. Отложим. Еще у нас тут пакет. Такой пакет белый, а внутри у нас коробка. Давайте попробуем открыть. Здесь у нас написан состав на двух языках. И можно догадаться, здесь маленький набор. Вот такой набор. Первое, что мне попалось, это смесь ореховая, сушеный фундук и миндаль. Вот такой набор, фундук и миндаль. Дальше. Чак-чак. Национально-татарское блюдо. Вот такой упаковке. Упаковано 18 августа. Сердечко. Это у нас постное печенье. Вот такое сердечко. Добрый сок для детей, 100%. Здесь у нас злаковый батончик, 25 грамм. Его Kids. Дальше у нас клубника банан, питьевое пюре. Добрый смузи. Такое. И последнее у нас влажная салфетка. Вот такая. Вот это все, что находилось в данном рюкзаке. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. До новых встреч!